Привет. Здорово. Если бы мог получить суперсилу, то какую бы хотел? Видеть будущее пробитие Тарты, стать невидимым и подглядывать за Линкой, или стать очень сильным и разыбать наконец-то стол? Или свой вариант? С уважением, друг Водолей. Блин, какой... Я бы хотел видеть будущее, понял? Я бы хотел видеть будущее. Я тоже без трусиков обесила. Я бы хотел видеть будущее где-то, короче, ну хотя бы на часик или на полчасика. Шаришь? На часик или на полчасика хотел бы видеть будущее. И все, мне бы этого было достаточно. Во-первых, я бы себя сейвил от всякой хуйни. Вот, во-первых, да? Я бы сейвил бы себя от всякой хуйни. Во-вторых, мог бы спокойно фармить бабосы. Вот. Чё ещё? Ну и в принципе всё. Чё, безопасность плюс... плюс бабосы. Доброе. Не, ну а чё? Способность про видеть будущее, ну, видеть будущее, способность — охуенная тема. Вообще. Сейвишь себя, у тебя нет никаких проблем, у тебя нет никаких там конфликтов, да? Каких-то угроз для жизни, условно, которые у тебя есть. Вот. Во-вторых, ты можешь там себе бабосы там на каких-то темах поднимать, условно, на каких-то ставках, да. Ну чё, норм тема. Понятное дело, что с таким винрейтом тебя, блядь, просто замнут очень быстро, но... Чё, зарегаешься на 10 каких-то буках, будешь раскидывать, ну, не только победы фармить, но и лузы. Чё, чтобы слишком сильно не прессовали. Брик получит способность смотреть в будущее, но будет использовать ее, чтобы посмотреть, удастся ли сегодня взять отметки. Да, это да, будущее, да. Тебе не понравится. Да, 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 конечно. Именно для этого. Именно для этого.